Третий выпуск «Минутки поэзии Орды». Первый участник – Мурадин. Под ваши аплодисменты. Травка зеленеет, солнышко блестит. Что-то мне подсказывает, Артис мне пиздит, мол. Пойдем к Фростморну, наш народ спасем, а потом на суднах в гавань уплывем. Только сам к мечу ты карлик, не ногой, и ледышком ты лучше в стороне постой. Так что я уверен, он меня обманет, Фростморн прикарманит, меня прикопает. Да чё ты в самом деле? Всё ништяк будет. Пошли. Ладно, удачи вам, парни. Следующий участник. Акалит нежити. Не жалею, не зову, не плачу. Да и в принципе нормально не живу, ведь на великую Сильваночку батрачу, и посвятил я ей и жизнь, и смерть свою. Она прекрасна, словно зиккурат на порче, и глаза как потроха Буджа. Любой мертвец в ее казарме воскреситься хочет, заметьте же меня, а госпожа. Ладно, можешь потрогать мой лук, но не более. Исполню с радостью. Последний участник на сегодня – Амазонка Хога. Не понимала жизни до знакомства с вами и вашими огромными хер... Достаточно. На этом мы, пожалуй, закончим. Напишите в комментах, кто будет читать следующим. Я рассмотрю заявки и сделаю выбор.